Загрязнять воздух вредными веществами могут и лесные пожары. В сезон огнеборцам поступает по 300 сообщений в сутки о возгораниях в пригороде Челябинска. И тут важна быстрая реакция, ведь в зоне бедствия могут находиться жилые дома. Сегодня сотрудники МЧС тренируются тушить лесные пожары совместно с лесниками и добровольцами. Подробности в репортаже наших корреспондентов. Красноармейский район, окрестности села Анфалово. По легенде учений, здесь начался лесной пожар. Из-за сильного ветра огонь быстро подбирается к жилым домам. В зоне бедствия 20 семей. На помощь им выезжают силы МЧС, управление лесами, скорая помощь, полиция и добровольные пожарные отряды. Есть даже служба психологической поддержки. Всего 185 человек и 33 единицы техники. Руководят ими из развернутого поблизости мобильного штаба. Так, здесь у лесников еще вот. Ближе к трактору подъезжать. Чтобы остановить распространение огня, горящее поле опахивают трактором. Через ров пламени не перебраться. Теперь работать начинают пожарные. Они заливают пламя из бронзбойтов. А туда, куда пожарная машина подъехать не может, перебрасывают бойцов, экипированных ранцевыми огнетушителями. Он способен вместить от 10 до 20 литров воды. Предотвращение распространения огня, да? В труднодоступных территориях, чтобы это, где машина не подъезжает, удобнее донести его и локализовать очаг. Воду для тушения набирают в ближайшем озере, делая несколько рейсов. Задача – отработать действия на случай лесного пожара. Пожарные уточняют, только здесь, в окрестностях Анфалова, каждый год происходит до 70 пожаров. И в большинстве случаев виноваты в этом люди. Они начинают поджигать сухую траву, а затем не могут справиться с распространением пламени. Моя оценка подразделения – муниципального звена, субъектового звена готовы. Цели учения достигнуты. Я думаю, что в практических мероприятиях все будет также слажено, четко, и мы не допустим переход огня на населенный пункт, и население у нас не пострадает. Новые лесные пожары МЧС фиксируют практически каждый день. Вот кадры, снятые в пригороде Челябинска накануне. Распространению огня могут помешать только затяжные дожди. Но если лето будет сухим, то выезжать на вызовы МЧС и лесники будут до 300 раз в сутки. Евгений Власов, Иван Лежнин, Павел Клементьев, ОТВ.